Сибирская погода не дает растениеводам расслабляться. Весенняя засуха внесла коррективы в прогноз на будущий урожай. Но из года в год аграрии, благодаря опыту и трудолюбию, доказывают, что и здесь можно получить отличные урожаи. А с недавних пор в агропромышленном комплексе все большее значение приобретают современные технологии. Без цифровизации производства сегодня вряд ли можно представить передовое агропредприятие. На полях села Крутологово 3 года назад хорошим урожаем считалось 10-15 центнеров с гектара. Сейчас, после покупки хозяйства компании «Сибагро», здесь собирают по 50 центнеров. И хотя погода внесла свои коррективы, у растениеводов есть основания для оптимизма. За несколько лет здесь был обновлен автопарк, внедрялись новые агротехники, новые семена отечественной селекции. А с прошлого года активно внедряются цифровые технологии, как в других хозяйствах «Сибагро». На этот экран система картирования передает данные об урожае, который собирает комбайн. Она позволит определять и фиксировать, сколько на отдельных участках поля собрано продукции в определенный момент и можно ли приступать к уборке. Если информация, которая собрана в планшете, отображает данные, что уровень урожая готов к уборке, то комбайн продолжает работать на этом поле. Если оценка показывает, что еще не дозревший урожай, то комбайн заходит на другую площадку. Вся техника холдинга оснащена системой мониторинга, которая позволяет проводить онлайн-наблюдение и эффективно распределять нагрузку. Причем и для трактористов рабочий день начинается с картридера. В этом году компания сохранила площадь сева, а это крупнейший частный земельный банк в регионе – 91 тысяча гектаров. Но уже в следующем году за счет разработки и водозалежей здесь хотят довести пашеные угодья до 100 тысяч гектаров, что позволит предприятию повысить конкурентоспособность.